В современном мире невозможно представить нашу жизнь без работы. Мы все на ней проводим львиную долю своей жизни и времени, и поэтому это основа всей нашей жизни. Хотелось бы мне всем сотрудникам коллектива в День труда пожелать здоровья крепкого и успехов, чтобы рядом, как я уже сказал, были люди добрые, коллеги, и чтобы радости было побольше. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков поздравляет участников торжественного собрания, посвященного Дню труда Подмосковья. Этот праздник является одной из добрых и важных традиций в Московской области, в центре которой человек труда. В зале Центрального дворца культуры собрались те, кто своим трудом вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие городского округа. Лучшие руководители и сотрудники местных предприятий были награждены почетными грамотами и знаками от правительства Подмосковья, Московской областной думы и администрации округа. На территории городского округа Щелково работают крупнейшие системообразующие предприятия. Это Щелково Агрохим, завод Мултон, Щелковский насосный завод Эна, Щелково Хлеб и ряд других. Благодаря ежедневному труду каждого из их сотрудников округ развивается. Отдельные слова благодарности, конечно же, прозвучали в адрес трудовых династий. Людям, кто из поколения в поколение передает богатый накопленный опыт и знания. И глядя на профессионалов своего дела, которые отдали любимой работе долгие годы жизни, молодежи хочется расти, развиваться и совершенствоваться. Так, за многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения почетной грамотой главы городского округа Щелково наградили семью Ильяковых. 55 лет стажу рабочего у меня. И на лесопрокатного, и на хлебзавод пришла, и институт физики земли работала, и на Балашихе работала трикотажной. Все буквально прошло. И на хлебзаводе работает теперь сын уже 25 лет. Вот. Я на следующий год буду 30 лет, как работаю на хлебзаводе. Все выполняю, что не скажут, все выполняю. И поэтому, я не знаю, я так неожиданно мне все было, даже вот до слез. Сколько бы лет ни отдали каждый из участников торжественного вечера тому или иному предприятию или организации, они не устают признаваться в любви к своему делу. Я у истоков стояла 6 лет в МФЦ работаю. Но я люблю свою работу. Для всех приглашенных выступили танцевально-музыкальные коллективы округа. Екатерина Марохотова поздравила всех трудящихся с праздником, исполнив проникновенную песню о мире, который, как известно, невозможен без честного и ежедневного труда. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.